привет, мы продолжаем историю Алана Вейка. И в прошлой серии мы встретились с похитителем. Потом, не спрося нашего желания, с нами встретилась темная сущность, и мы скрылись в паническом бегстве, возвращаясь обратно к домой. Где-то мы сейчас, скорее всего, на полпути, или, надеюсь, уже приближаемся к нашему теплому дому и баре. И пока что продолжаем. Смотрим, как у нас там пойдут дела. Так, мы на какой-то лесопилке вроде бы. Или что это? Мельница? Ой-ой-ой. Тихо. Тихо. Ладно, так, тут не сломайся ничего. Хорошо. Главное, чтобы тут все не развалилось из-за ветхости. Ой. Так, хорошо. Патроны, это всегда хорошо. Окей. Что же меня пугаете-то? Я же потом нарвался на кого-то. Ладно. Так, нам как-нибудь лифт поднять можно или куда нам вообще? Что мы имеем здесь? А, хотел страничку. Так, ну что, что вы нам скажете? Когда Барри увидел, как тьма напала на туристический центр, он поверил. Люди, которых Халп его словам присолил, это были не просто выжившие из ума местные. Мир каким-то образом переменился, будто без предупреждения переключили канал. Ты думал, что смотришь комедийный сериал, а на самом деле шел фильм ужасов. Когда птицы напали на вертолет, Барри не удивился и просто испугался. Ладно. Так, там мы были. Ага. Окей, тут больше ничего у нас нету, видимо. Пока что не ясно, что описывает страничка. Ладно, идем выше. Куда нас это все заведет? Это еще вопрос. А, это груз. И у нас поднимается лифт. Ясно. Так, давай. Хорошо. О, еще страничка. На лесосеке творилось не весь что. Модульный офис столкнулся с утеса. Возбужденный помощник Торнтон выбрался из развалины. Тяжело дыша от усилий. Никого нет. Странно. Ты не думаешь, что это странно? Скучающий Маллиган громко пыркнул. Черт побери, это всегда странно, Торнтон. Просто надо понять, какая именно странность стряслась на сей раз. Так, ладно. Дело местное. Это шина. Запилки или что это у нас? Так, и что здесь полезных? О, так. Темные огни. Окей. Выбраться бы отсюда поскорее. Тут слишком уж неспокойно. Ладно, нам, видимо, еще выше. И тут назад вернуться можно. А, вот, нет. А, да. Ой, что ты... Ай, ладно. Ладно, идем обратно. Там видим фонарик был. Здесь хотя бы пока спокойно. Так, хорошо. Что-то только сюда есть. А, вот лестница. Окей, карабкаемся. Ладно, хотя бы у нас есть лунный свет. Хорошо, что мы там не стояли. Окей, твердая земля, слава богу. Привет, дружок. Так. Неудобная позиция для борьбы. Крайне неудобно. Ой-ой-ой. Давай. Тут как один. Хорошо.
Но вроде бы пока что никого больше. Пробуем. Так, кто может как-нибудь войти? Ага. Что у нас тут есть? О, за это огромное спасибо. Так, давай подзаряди. Так, вроде больше ничего. Опа. Чуть не пропустил тебя. Так, давай сюда. Когда я бежал через лес, тени зашевелились и поднялся ветер. Я чувствовал, как темная сущность обращает на меня свой взгляд. Хотя волна свет заслонил черные тени, которые неистово мчались по земле, чересчур быстро для обычных теней. Тьма сгущалась между деревьями и вновь рассеялась, открывая взгляд одержимых. Никакая естественная тропа не могла привести их сюда. Фух, как-то это не обнадеживает. Так, я где-то здесь могу вывести. Так, хорошо. Ну, посмотрим, что вы нам подсунете здесь. Идем мы сюда. Прям. Хорошо. О, припасы. Да, люблю мосты. Так, тройные батарейки, окей. Нам куда-то туда. Что у нас здесь? Здесь у нас вроде бы ничего и нет. Ну ладно, пойдемте-то наверх. Ух! Ага, да? Ух! Давайте ближе. Тихо. А, куда ты побежал? А? Ну, давай, Алан. Она же стекан, точно. Так, ребят, не надо. Один из вас уже должен. Тихо. Да все равно заделайте. Так, мы вроде бы живы. Ух, надо дышаться, и там у нас свет. Свет, это всегда хорошо. Пойдем скорее к ним. Так, где мы вообще находимся? Припасы. Что сигнальный огонь, что еще мы тоже можем взять? Так, патрон для револьвера, батарейки. Разрядись, кстати. Когда сможем доберемся, тогда бари. Видимо, рядом где-то радиостанция. Тихо. Где ты? О-о-о. Тебе нам еще не хватало. Сколько вас тут? Давайте сначала с мелкими разберемся. Хорошо. Брысь отсюда. Ну, давай. Ты им по барабану вообще. Так, давай. Ух, ну вроде бы легко делались. Ах, ладно. Так, главное поскорее добраться. До дома. Там тепло и уютно. Меня больше никто не свалит, деревяшки. Так, хорошо, тут лагерь. Свет, срочно к свету. Плевать на все, главное добраться до света. О, знакомые мишки. Барри? Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What, am I crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Так, и у Барри проблемы. Лучше бы к нему поторопиться. Но слава богу, мы уже вошли, собственно. Местное поселение. Да, это хорошо. Все как-то не по себе пока что. О, свет.
Сейчас кто-то явно нападет. А, это машина. А, еще лучше. Так, мы что-нибудь еще можем взять? Есть там домики. Вот, замечательно. Команда Get FBR приказывала не двигаться. Я подумал, не стоит ли сдаться. Все равно у меня ничего не получалось. А это было возможно переложить дело на кого-то другого. Но почему-то показалось, что так нельзя. Считайте это инстинктом, его поза, манера держать пистолет. Он не мог быть другом. Я бросился к дыре в заборе и нырнул в темноту. В моих ушах гремели выстрелы. Как-то это совсем плохо. Значит, нас еще и стрелять будет ФБР. Замечательно. Так, ладно. Тут что закрыто? Ну. Надеюсь, тут никто потом не выпрыгнет, когда я отвернусь. Тихо. Новая серия? Нет. Хорошо. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Так, ну это было ожидаемо. Не испугал, дружок. Хотя там ничего нету. Сидел в одиночестве. Даже термос не припас. Ладно, что у нас с другой стороны? Женский туалет. Что у нас есть в женском? Пусто, пусто. Пусто. О, патроны. Великолепно. Так, ну тут вроде бы тоже. Фонарик неудобно, светит слишком ярко и освещает там совсем немного территории. Ладно, тогда поехали. Я могу покататься на машинке. Как я понимаю, или... Ну да. Хорошо, теперь у нас есть скорость и... Хотя бы у нас возможность смотаться. Ох ты. Ребят, идите отсюда. Так. Ну, теперь, я думаю, достаточно быстро доберемся до Барри. Ой-ой-ой, так, не влепись. А, все равно влепился. Ребят, уйдите. Тихо, тихо. Так, ладно, может быть где-то здесь есть объезд. Да. Что ж такое? Вожу я крайне плохо, как-то видно. Так что главное поскорее добраться до дома. Тем более, что тьма по пятам. Так, тихо. Тут мы как-нибудь. А здесь объедем. Да что ж такое? Иди отсюда. Не раздолбать машину раньше времени. Так, поехали. А вон фонарик. Что здесь мы в случае чего уже будем жить? Так, здесь у нас погиб Расти. По старым территориям мы бежим. Да. Ладно. Скоро мы прибудем. Так, стоп, если немного вернуться назад. Алан, спасибо, что заставляю бегать, ну. Давай. У меня появилась небольшая идея. Так, за мной здесь ребятки не гонятся, которых я не добил. Не додавил. О,
Угу. Да вы... Чего? А. Так, надо вас было давить. Окей, так, ну ладно. Вы особо угрозы не представляете. Что у нас идет с тем фонариком? А, меня назад уже не пустит, да? Плохо. Скорее всего, что-то пропустил. Ладно, пойдем к Барри, посмотрим, что у нас там. Да... Что вы делаете? Ах ты... Нафига вы прыгаете? Так, ребят, идите-ка. Отсюда. Так, без нервов, ты уже все? Нет еще? Окей. Мелкотня собой проблем не представляет, в принципе. Когда их много, это все-таки может стать опасным. Ладно. Мы остановились где-то здесь. Тут мы уже практически, наверное, вернулись. Здесь мы находили уже страничку. О, сколько припасов дают. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Так, ребят, лови подарок. Да сколько их тут, а? Так, хватит кидаться. Давай, еще выстрел. Ну, давай. А, сейчас побежит, а. Сволочь, так, а где ты? Хорошо. Перезаряжайся. Так, дружок, теперь ты. Ну, слава богу. Хоть бы со всеми покончили. Ох, что тут еще осталось? Нет, все почистую забрали. Ладно, мы уже практически на месте. Главное добраться поскорее до дома. Тем более, что там еще проблему. Ну, спасибо за свет. Проблема у Барри. Бегу, бегу. Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. It's not done? I need a week. 2 days! The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me. Yes, yes, I get you. Smooch. О, сколько там птиц-то. Ё-моё. Надо поторопиться к Барри. Барри talked about birds over the phone. Так, а вот за сам Барри. По звукам. Кетница, хорошо. Сейчас мы устроим. Так, перезаряди. Тут есть тайник. Подожди, Барри. Где там? Где тайник? Вот, теперь мы в полной боевой готовности. Ой! Так, хочу занять какую-нибудь более выгодную позицию. А, что ж такое? Пойдем-ка сюда. Где-нибудь тут с вами встретимся. Как же потемнело этот кошмар. Так, еще батарейки. Давайте. Так, это все-таки зря использовал. Надо было более точным быть.
Хорошо. Давайте еще. Наденется мне много, но всех хватит. Вот, давай. Так, у нас еще стая. Минус... Ты жива, что ли, еще? Живучие гады, ладно. Идите сюда. Хорошо, есть еще одна. Так, но они униматься не собираются, по всей видимости. Где вы, любимки? Так, ну видимо промазал, как понимаю. Так, ракеты закончились, переходим на ручной труд. Фух, твори, твори. Так, что у нас тут еще есть? Сигнальный огонь. Твори. Твори. Где-то там. Все окна забаррикадировал, смотри-ка. Странно, может, он с другой стороны открыл где-то. Ага. Эй, Ал, I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake. Что у нее с голосом? Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. Что-то здесь по мне то. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the old deer diner. Good. Ясно. Кажись, мы идем в ловушку. Так, на этом у нас заканчивается очередной эпизод. Второй, по-моему. И думаю, на этом мы сюда пока приостановим и продолжим в следующей серии. Да, пока что все. Всем спасибо и удачи.